Всем привет, и мы продолжаем приключения домовенка Буба. В прошлой части мы купили ему очень забавный костюм, но сегодня, друзья, давайте-ка возьмем ежедневную награду. Кроме того, друзья, давайте-ка мы его покупаем, покормим и купим еще какой-то какой-то интересный костюмчик. Кроме того, друзья, было бы неплохо еще посадить какие-то овощи и фрукты у него на огороде. Итак, супер. Итак, Боба сделал свои дела. Давайте-ка немножко его еще покупаем. Итак, нам нужна вот эта губка. Хорошенько его помоем, помылим. Отлично. В туалет он уже сходил. Осталось только его помыть, покупать и еще почистить зубки. Ага, друзья, кстати, что-то он у нас не выспался. Но я думаю, давайте-ка мы ему почистим зубы. Вот так, здорово. И потом уже дадим зелье бодрости, чтобы наш домовенок чувствовал себя очень неплохо. Отлично. Можем его положить поспать, но лучше, друзья, давайте-ка я дам ему зелье бодрости. Итак, где же зелье? Вот оно. Отлично. Итак, стоит 250 монет, мы его покупаем, и наш Буба с хорошим настроением вот может себе позволить либо покушать, либо что-то посадить. Итак, друзья, давайте-ка я посажу какой-то овощ, фрукт. Сейчас, кстати, мы, по-моему, с вами на 4 уровне. Сейчас нам покажут. Надеюсь, да, у нас созрели огурцы. Давайте-ка мы их соберем. Вот, перемещу в холодильник. Вот, и посадим какой-то новый овощ или фрукт. Достаточно. Сейчас, друзья, у нас только доступны картофель и огурец. Давайте-ка я еще раз посажу огурец. Вот, польем его. Пусть он пока растет, хотя на дворе снег идет, но у нашего Буба растут огурцы без проблем. Супер. Ну что, все пока у нас здорово, а вот теперь и покормим нашего питомца. Буба будет себе спокойненько кушать, а огурец будет постепенно расти. Так, что же мы можем и чем мы можем покормить нашего домовенка? Так, в прошлой части я ему прикупил вот такой вот классный кекс. Вот как, с каким удовольствием он его слопал. Вот дадим-ка мы ему огурец. И дадим этот леденец. А что, кстати, у нас еще есть в наличии? Вот, у нас есть в наличии сейчас леденец. Вот банан, яблоки, кстати, давайте-ка. Вот огурец и кекс. Кстати, у нас уже два огурца. Вот, что ж, кекс, мне кажется, это лучше. Ну и бананчик тоже было бы неплохо. Вот на зиму витаминчиков перекусить нашему Бубе. Ну вот, итак, друзья, 100% шкала насыщенности нашего героя. Вот теперь он хотел бы поиграть. Но я думаю, друзья, сейчас мы ему купим какой-то интересный костюмчик. Итак, что у нас с костюмами? Что у нас делается в первой вкладке? Пока все заблокировано. В принципе, не все. В конце там должно еще что-то быть. Ага, есть у нас вот такие вот рога и вот такая вот шляпка. Какого-то гномика нет. Что-то более серьезное. Скелет, костюмчик мы пока снимем. Штаны, это, конечно же, здорово, но я хотел бы что-то другое. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас еще разблокировано. Вот, часы у нас разблокированы. Вот, правда, этот часы очень незаметны на его руке. Ну что ж, друзья, тут два варианта. Либо вот надеть на нашего домовенка либо костюм Санта-Клауса, либо снеговика. Но когда костюм Деда Мороза, вот видите, какие-то у него глаза битые. Вот со снеговиком это как-то лучше. Кстати, очень здорово похож на Олафа из мультика «Ледяное сердце». Ну, вот такой вот няшный у нас домовенок. Причем, друзья, мне кажется, сейчас мы уже можем подняться на 5 уровень. И тогда, возможно, что-то интересное откроется. Пока, видите, ничего не доступно. В принципе, можем поиграть немножко в игры с нашим героем. Вот, и так, смотрите, что-то пытается бросить нам шарик. Что-то он подвис как-то. Что ж, тогда давайте-ка я пока другую игру. Пока это подвисло, постреляем по мишеням, поднимем настроение нашему герою. Итак, ну, как-то вот так вот, почти в 100% попал. Вот, отлично, и так удалось мне попасть, но исчезают пули. Исчезают пули в этой версии игры. У меня почему-то вот такой вот сбой, довольно-таки не очень здорово видно, как падают пули.
пули домовенка. Отлично, что у нас есть? Есть возможность поиграть разные мелодии. Вот жаль, что здесь мы не можем вот потрясти фигурку Дед Мороза. Либо можем, сейчас я попробую вот, вот как-то активировать эту банку. Нет, не активируется. Не активируется. Вот мы можем еще попробовать сыграть с нашим домовенком. Но я надеюсь, что все-таки мы сейчас быстренько перейдем на новый уровень. Хотелось бы посмотреть, что же там откроется. Итак, супер. Достаточно, мне кажется. Хотя, по-моему, давайте-ка я посмотрю. Итак, что у нас? Да, по-моему, все мы уже переиграли. Вот еще есть дополнительные игры. Вот осталось буквально капелька, вот чтобы нашему домовенку дойти до 5 уровня. Вот давайте-ка еще что-то, возможно, сыграем с нашим любимцем. Так, где что здесь были? Ага. Вот, кроме того, есть вот такие вот игры, вот прыжки, сбор яиц и разбивка ящика. Но почему-то, вот, друзья, на эмуляторе это слабо срабатывает. Хотя вот прыжки должны сработать. Итак, вот, ну как-то вот так в костюме Олафа прыгает наш домовенок. Вот удалось, кстати, взять рукавицы боксерские. Надеюсь, при помощи их он будет как-то пинать врагов. Вот как-то не очень получается. Ну вот, пробовал я что-то сделать. Нет, это как-то не очень. Что ж, тогда отправляемся на огород. И надеюсь, там мы сейчас вырастим все-таки огурец. И перейдем на новый уровень. Посмотрим. И да, наконец-то наш домовенок вот добрался до 5 уровня. И у нас открылись помидоры. Вот, за достижение 100 монет плюс 12 кристаллов. Что ж, друзья, сейчас, возможно, мы с вами посеем помидорки. Вот, интересно, как... Ого, итак, друзья, у нас проблема с растением. У нас проблема с растением. На, просят купить зелье. Давайте-ка я вот еще вот такое зелье. Вот, и что? И еще какое-то зелье. Это какой-то полив. Ага. Вот еще какое-то зелье. Ага, вот смотрите, как прикольно. Как прикольно. Вот полив, куча всевозможных бафов мы навешали на наше растение. По идее, оно должно очень быстро созревать. Вот мне еще интересно, друзья, относительно того, откроется ли еда помидор в холодильнике, чтобы покормить нашего домовенка. Очень важный вопрос. Сейчас мы перейдем вот сюда и попробуем покормить. Итак, у нас как раз одна еще ячейка свободна. Итак, почему-то я не вижу помидора, друзья. Он заблокирован. Ага, его, друзья, нужно купить. Итак, друзья, смотрите, как прикольно. В принципе, мы всю еду можем купить, но некоторые за кристаллы вот на высоких уровнях. То есть, видите, сейчас, в принципе, помидора у нас нет, но я могу что-то другое купить, но для этого нужно будет пожертвовать кристаллы. Итак, смотрите, да, вот за 29 кристаллов мне удается купить вот эту клубнику. Ну что ж, супер! Итак, Буба съедает клубнику, и я надеюсь, что сейчас уже созрели наши огурцы, и я так подозреваю, на огороде мы сумеем их сейчас и посадить. Итак, еще немножко времени, вот, и будут готовы огурцы. Итак, нельзя ли убыстрить этот процесс? Кстати, а могу ли я разблокировать за кристаллики? Нет, скорее всего не могу, пока все заблокировано, но, как видите, осталось буквально пару секунд, и огурец будет создан, и, возможно, тогда я уже сумею с вами посадить помидор. Что ж, все пока идет неплохо. Кстати, давайте-ка посмотрим, что еще есть у нашего героя. А вот какие из костюмов. Кстати, что у нас открывается на 5 уровнях? И нельзя ли покупать костюмчики за кристаллы? А ну-ка, могу ли я купить? Нет, друзья, как видите, заблокировано 5 уровнем, скорее всего. Закрыто. Вот непонятно. И это закрыто, скорее всего. А как нам разблокировать? Тоже непонятно. Итак, меня перенаправило, по-моему, на огород. И да, ну вот, друзья, итак, остаются последние секунды, и огурец созревает. Так, лето, да. Итак, друзья, мы получаем вот кубок за то, что открыли 5 огурцов. Итак, какие-то новые часы.
Плюс огурец. Или это мы на огороде нашли? Огурец, я, честно говоря, что-то не понял. Итак, ага, да, забираем, забираем. Ну вот, итак, давайте-ка посмотрим, удастся ли мне сейчас посеять помидор. Да. Вот, итак, друзья, все у нас получилось. Видите, я вот поливаю. Удастся ли мне убыстрить? Да, могу убыстрять при помощи вот всевозможных зелий. Вот, кстати, возможно, нужно было навести, чтобы прочесть, что это дает. Ну, пока как-то так. Итак, процесс идет. Я считаю, неплохо мы с вами сегодня достигли. Вот, открыли помидор. Я думаю, в следующем видео я, если это вам будет интересно, друзья, вот, прошу поддержать лайками, будет достаточно лайков. Я покажу, как же будет выглядеть вот на более высоких уровнях костюмчики от нашего Буба. Ну, как видите, довольно-таки прикольные есть шапки, шлемы. На это все заблокировано, причем высокими уровнями. Вот, кстати, что здесь? Ага, здесь уже тыква, тоже нужно закрывать. Ну, как видите, очень множество прикольных вещей, которых бы здорово смотрелось на нашем домовенке. Вот, трудно сказать, как это выглядело бы. Ну, в принципе, мы предварительно можем вот так посмотреть, как это все выглядит и как это будет идти нашему домовенку. Вот, кстати, что интересно, с очками и с готовыми костюмами. Кстати, да, часы мы открыли. Вот, что это такое? Ага, это серьга в виде черепа. Вот золотые перстни. Кстати, смотрите, какой прикольный галстук. Но его практически незаметно на этой рубашке. Кроме того, можем потестировать всевозможные костюмчики. Вот, ну, будет интересно их тоже в свое время купить. Но это, скорее всего, на высоких уровнях. Итак, костюм строителя, костюмчик пожарного. Вот еще вот строителя. Вот костюмчик байкера. Ну и остальное вы уже, в принципе, видели. Что ж, здорово. Итак, друзья, на этом сегодня пока. Я с вами уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ожидайте новых серий. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!